Сегодня рано утром азербайджанские ВС под предлогом уточнения границ попытались провести работы на одном из пограничных участков Сюника. Информация о столкновениях и раненых опровергается. Правозащитная организация Freedom House призвала Азербайджан поддержать усилия ЕСПЧ по вопросу армянских пленных. Испанские депутаты и сенаторы провели акцию «Свобода армянским военнопленным» и потребовали у Азербайджана освободить армянских пленных. Нет альтернативы мирным переговорам и диалогу. Премьер Грузии выразился о карабахском конфликте. Amnesty International заявила, что власти Азербайджана несут ответственность или причастны к преследованиям женщин-активисток. В Армению были доставлены 14 тысяч доз вакцины «Спутник Ви». И статистика коронавируса по Армении. Сегодня выявлено 354 случая заболевания коронавирусом. 403 человека выздоровели, 16 скончались.